В ходе реализации оперативных материалов ГУНК МВД России сотрудники наркоконтроля регионального УМВД на 202-м километре автодороги М-10 России задержали автомобиль Kia Optima под управлением 41-летнего жителя Ленинградской области. По предварительным данным, мужчина перевозил крупную партию запрещенного вещества для дальнейшего распространения в других субъектах Российской Федерации. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили специально оборудованные тайники, откуда изъяли 3 свертка с веществом внутри. Исследование КЦ УМВД России по Тверской области подтвердило наличие в свертках порядка 3 килограммов наркотического средства амфетамин. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. На время следствия фигурант заключен под стражу. Ночью 31 июля поступило сообщение о пожаре в Торжке. Загорелся дачный дом в СНТ «Марс». Спустя 7 минут огнеборцы были на месте. Еще несколько минут потребовалось на локализацию возгорания. К сожалению, огонь полностью уничтожил строение. Пожарные отстояли от огня соседние постройки. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. С огнем боролись отделения пожарно-спасательных частей номер 13 и номер 59 города Торжка. Ритуал приведения к военной присяге состоялся в управлении Росгвардии по Тверской области. Торжественную клятву с оружием в руках на верность своему отечеству дали военнослужащие из Твери и Тверской области. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Принимал присягу заместитель начальника регионального управления по военно-политической работе полковник Ренат Агаев. Поздравляю вас с принятием присяги. Служу России. Встать в строй. Есть. После ритуала приведения к военной присяге вчерашние призывники наравне с другими воинами Росгвардии стали полноправными защитниками своего отечества. Военнослужащие останутся проходить службу в подразделениях управления Росгвардии по Тверской области. Впереди их ожидает интенсивный курс подготовки, получение профессиональных знаний, умений и навыков. Сегодня для меня важный день. Я принял военную присягу, стал полноценным защитником своего отечества. Наряду с другими военнослужащими управления Росгвардии по Тверской области испытываю чувство гордости и чувство любви к своей стране. Поздравляю вас с принятием присяги. Запомните этот день, потому что на верность Родине присягают единожды. Желаю вам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья. Будьте верны своей присяге. Служите во благо нашего Отечества, Российской Федерации. Ура! 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 Ура!